Ты же знаешь, если по воде прыгнуть, то ты быстрее. Да, ну там уже ускорение заметно ж. Да. А то я раньше просто плавал. И мне тебя почти сразу рассказали. А ты в Fortnite сам начинал играть или с Мангустом? Не, він почав грати, я... что за говно, а потом думаю, да я попробую. Ну это же, типа, знаешь, это сильно модно, молодежно. И думаю, нужно попробовать эту помойку поиграть. А Да. потом что-то как-то ненормально. Зашло, да? Ну Не, так, ну чтобы зашло, Fortnite ну и там поиграть можно. Если намного сравнивать с, лег. если сравнивать с пабом, то, блин, это небо и земля. Паб говнище. Да, PUBG, ну он это прям без роста так. Там ты Fortnite играешь, то. блин, всема, блин. У себя 10 левел, а у челика 500, и ты играешь с ним вместе. Какие шансы, что ты победишь? Никаких. Иди ППшку возьми, если хочешь. Не, мне не нужно. Я не играю с ППшками. Fortnite еще читаков меньше намного, чем в PUBG. Хоть она и бесплатная, так же самое. Уже папа тоже бесплатен, но все равно. PUBG уже бесплатный? Да, уже как второй день сегодня. Ямато, я завтра скачаю. Там сервер еще, ну да, там серверки лежат. Таких как ты, миллиарды. Я думал он две... А, две... Подожди, сегодня 11, я думал он завтра будет бесплатным. Ну, они почему-то сегодня сделали ее бесплатным. Вчера. Да. Ну я надеюсь, у меня комп хотя бы на средних потянет. Тут, блин, Fortnite, тут все такое типа 3D-шное, поэтому он не так комп нагружает. А PUBG типа все очень и очень, типа графони, и поэтому так нормально так. Комп гудит у меня. Когда я стримлю, это просто забей, комп гудит нереально. Печкой становится, да? Ну типа того, да, кулера на всю катушечку работают. Я себе чуть позже куплю хорошее охлаждение, и у меня теперь и будет все nice. Так. Ой. Предположительно, я думаю, зона примерно будет там, где мы стоим. Но хз. Пошли, пошли заправку золотаем. Набіси, що я челіков не бачу, а потім, коли я не встигаю, типа, на... розстрілятися, грубо говоря. Да. І потім, типа, вони вибігають, і вони мене вбивають. Особенно когда в крысу, это жестко бесит. Слышишь, попробуй поиграть с вот этим дробовиком. Там просто или можно кнопку зажать, и он будет спамить как даун. А, да, ну ты, блин, я не знаю, что-то мне не заходит эти дробаши. Хотя там полезная хрень вблизи. Да. Как ППшка где-то. Так. Пошли. Опа, беги, беги, беги. А, ты не тут. Я просто взорвал канистру. Садись туда. Поедем. Сейчас. На квад. О, курица, подожди, я хочу попробовать полетать. Иди сюда, собака. Тут этот упал. Как он называется? Тут Человек-паук возле меня где-то. Я бегу. Все, посрать на Ай, эту курицу. минус 20. Все, я подъезжаю. Тут аирдроп просто, поэтому Человек-паук. Аирдроп у нас. Аирдроп на карте вообще не вижу. А, он уже залутан. Он упал и все залутан. А, вот он. На лодке. Ой, на этом. Сейчас я побегу туда. Ага, не, он упал. Вон его тиммейт еще, вон его еще Да, тиммейт. да, 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 да. 34. Опа, я сбил там челика. Сбрил, то есть снял враги. В Опа, воде. смотри, чел поднимается к нам. Ой, Сбрил тоже. квадрика. Вот тут чел. А, это жаба, подожди. Вот тут два чела у нас. Это тима. Ног хорош. О, чел, пошли забирать этот перчатки. Подожди, давай убьем его. Отвлекай его, я пока что подбегу. А он убежал, да. Его тут А нет. куда он убежал? Я хз. У них лут говно было, я не знаю, на что они надеялись. Да. Рейнджер вообще параша, да. Так, я пока что подлечу. Тебе скинуть перчатку? Подожди, кто-то стреляет! Иду. Вот здесь. А, вот, вот, а! Подожди, это ты, блях. Вот он, вот он. Да. О, он нормальный такой пацан. Ну да. Я советую пока отходить. На край. Давай потихоньку отходить.
прям сильно не валить, перестреливаться, но потихоньку пытаться. У него паук, у него человек-паук. Я их понял. Тут двое. Их тут двое. 20 по белому. Да перезарядка тупая! Сука! Я хочу стрелять, этот даун начинает перезаряжаться. Короче, сваливай. Хотя, может, ты убьешь. Попробуй меня поднять. Ползи ко мне, ползи ко мне. Да-да, ползу. А, бляха, это твой я. Все, поднимай, пока этот даун. Присядь. Все, отлично. Сейчас поднимемся. Я сейчас застрою нас, сейчас застрою. Я справимся в себе заюзаю. Не, да, давай. У меня же хил по броне только. Я тебе сейчас тоже скину. Так, вот. И вот. Все, ты фул? Я фул, да, фул. Все, я вообще полностью. Сейчас, фул. Подожди. Игнатыч, Денис, привет. Так, я... Ой, опа, сори. Это ты? Я обосрал. У нас. Нас сейчас собьют. А кто нам? Тут чел на квадроцикле нас хочет бить, походу. Как выйти отсюда? Вот Тима. Просто проломай пофигу, просто проломай. Подожди, где Тима? Где Тима? Я не понимаю, где Тима. Тима где-то тут. Короче, давай просто возьмем перчатки и уйдем. Я не умею. Просто зажимать надо, типа, Это когда у тебя появляется белый кружок такой, который крутится внутри. А я понял, но все равно у меня не получается. Хоть как-то. У меня патронов нихера нету. А где они? Это никто здесь никого нет. Сейчас они ушли, но. Попробуй взять перчатки, сейчас хотя бы попробуем потихоньку, я тебя буду прикрывать. Смотри, что? Уходим вот сюда. Вот сюда уходим. Сейчас, подожди. Потому что нам надо скрыться. Тут много, кто знает, что мы тут сидим. Так. Я пока перезаряжусь. Боже, какое говно. Зажать надо, зажимать. Я зажимаю. Не достаешь, значит. А типа за один день это, ну, и к ним приловчиться просто надо. Можно, то я сказал, можно, но челы, я не могу вам отвечать в ту же секунду, какую вы хотите. На меня кто-то, ага, так стреляют. Опа, стреляют. Так, я к тебе бегу. А, это команда. Да? Да, нет, это кабан на меня, да. Ну, все равно, я пока подлечу к тебе, вдвоем лучше держаться, чем по одному. Моя патрона нихера на моя на М-ку. На М-ку давай скину. Опа, тут человек-паук. Ага, человек-паук, да. Я тебе еще... О, тут еще один человек-паук. Ага, я понял. Опа, прилетел! Тут два. А, аутист. Мам, нету патрона вообще. Ног. Патриков нету вообще. Убил одного. Сейчас, подожди, я пока перезаряжаюсь. Второй уходит. Подбирай, там я убил челика, который... Ага, я вижу, да. Все, у меня все есть. Нас паук тут пытается убить. Он рядом. Очень рядом. Или он ушел. Осторожно, это паук где-то может быть и рядом. Угу. Очень рядом даже. Так, я пока спускаюсь вниз. Тут ценного ничего нету, кроме хила. Туа, возле меня где-то. Вот я поднимаюсь. Ага, вот он. Тупые перчатки. Это другой, подожди, это другой. Это другой. Опа, дал 50. Снес броню всю. На банку ты где? А вот, я на самый верх забрался, шо. Я тебе скину. Где? Ну, ладно, сейчас притяну их. А, все. Вот, держи. Чтобы притягивать предметы, один раз надо пить. Угу. Так. А у тебя патронов нормально там? Да не, херня. А сколько у тебя? 110. А, нормально, ну более-менее нормально. Тут ровень, тут вот здесь рядом. Паучок. У меня 101 сейчас. Ну она более-менее нормально, но если стрелять по паукам, то типа херня. Да, предлагаю пока что засесть тут. И ждать, когда зона будет уменьшаться. Ага, человек паук снизу, на парковке. Поставь метку. Ага. Так, давай вот этот дом попробуем залутать. Сейчас, подожди. Какой? Ну, хочешь, можешь остаться на этом, я пойду попробую залутать.
Ладно, я останусь. Я прилечу к тебе. А, тут все залутано. Но зато хил есть. Хил это то, что мне надо прямо сейчас. Ага, вы на парковке на крыше. Сейчас, короче, я возьму молик. Минус 30. Нормас. Сразу строится, надо не понимать, откуда. Лечу к тебе теперь. Вам зря патрики не будем тратить. О-о-о! Нифига! А тебе попали, да? Да. Поднимаюсь. Ну нормально все, но. У меня хилка для тебя есть. На парковке вон и. Старайся этот, хотя бы там стеночки ставить. На Z-ку и на X у тебя они. Вот и он справа под материалами у тебя показывается. На какие кнопки, типа. Так, ну я думаю, сзади никого не будет, так что нам опасаться нечего. Но на всякий случай я вот такую стеночку. Да ё-моё. Ничего страшного. Шлики пока... закидание ужасное, блин. Сейчас, короче, я вот тут... Ты где-то инсайд? Нет, я не где-то инсайд. Вот так сделаю, нам расширят. Они тут строятся, да. Это ты перчатки выкинул? Да. Опа. Дал 48, снял всю броню. У нас офигенная позиция. Ой, я его накоцал. Минус 40, что ли, 50. Он убегает один, туда, он. А, вон он. Он один там? Нет, еще один есть. А, они между собой перестреливаются. Да. Погнали к ним на паути. Не, подожди. Не, я не буду. Да, лучше просто посидим пока. Я патроны буду экономить. Давай просто смотреть сейчас. Экономим патроны. Он чел еще один. Там нокнутый. А почему я не могу попасть? Хорош. Авик такой говно, блин. Так, я предлагаю спускаться на заправку. А вон он еще. У меня патроны заканчиваются, это проблема. Аналогично и у меня. А давай вон туда. Я поставил метку. Как раз там спрячемся. И может патроны найдем. Мне тут пусто. Ну хотя бы спрячемся. Хотя бы в зоне. Угу. Опа, паук. Прям близко, я аж звук слышал, а не эту визуализацию. Давай, загадай. Так, никого не вижу, кроме... А, 7 человек, смотри, мы против 5 остались. Пошли. Максим, я тебе ответил, пожалуйста, не нужно 100 миллионов раз спамить. Будь ласка. Смотри, там стреляются, Иман. Да, ну ладно. Да где нас кто-то, походу, я не пойму. Йо, я нокнул. Нет, это я стреляюсь. Хорош. Блин, ты винтики за отцай? За своей стеной. Так, я нашел на дробик патроны, ну хоть что-то. Мы же вот тут спрятаться, в тубзике. Как? Куда зайти? Ну вот ага. Здесь. Ну я... Вот тут можно зайти. На все патроны есть. На ППшку надо тебе патроны? У меня ППшки нету. Ема на дробик. А вот сейчас бы ППшка, да, помогла. Я сейчас поищу. Нашел ППшку. У нас чел, вот он. Где? Я пошел на него прям. Давай. Он внизу где-то. Ой, хорош. А, еще один. Ой, все, на, до побачення. Забираем патроны. Тут куча патриков, иди ко мне. Бегу. Ой. Так, я уже собирал. Держи на М-ку. Опа, спасибо. И держи на снайперку, я все равно снапой не пользуюсь. У меня уже на снайпе фул. Пошли в зону. Зато у нас теперь патроны есть, отлично. Ну все, меня походу с паутинку всех развалило уже. А, осталось 2 человека. Давай в этот, в наш трейлер. Куда? В зоне как раз. А. Вот сюда, где мы были. Как раз в зоне. Ну все, 2-2. Угу. Так что сколько надо... ты килл? У меня 4. У меня 1 получил. Ну я хз, наверное, 1 и 4 помощи. Я хз просто как там понять. А, это дерево. Среднее, что там будет по среднему? Типа. А, вот чел. Я его не вижу. Я попробую... Не, подожди, лучше давай вместе будем. Если мы будем знать их местоположение, нам... Да просто скидываем его. У нас патронов много. Так что можно не экономить. К
когда сотка останется. Ага, вот он, вот он бежит, бежит. Так, я поставлю такую стеночку. Ай-яй-яй, ёпта. По мне чуть-чуть попали. Не, не уходи. Только не... Сейчас я так застрою просто. А кто в зоне будет? Мы или они? Они тоже в зоне. И мы тоже. Ну а сейчас хз кто будет? Надеюсь, мы. Если мы, то нам очень повезет. Фух. Так, давай-ка, пожалуй, я застрою вход в нашу херню. А я как мы выйдем потом? Я это открою. Ага, вон сверху. Просто чтобы нам никто не зашел. Так, это возможно топ-1, кстати. Мы не пробьем, да? А, пробьем. Мы не в зоне, они тоже. О, пошли минус, в зону. Минус 22. Пошли в зону, пошли в зону, я ломаю трейлер. В туалет давай спрячемся. А, нет, он не в зоне. Идет. Скидываем, стой, я сейчас скину его. Отвлекай его, я его сейчас скину. Okay. Патронов не хватит. Вон внизу! Меня снайпнули. Не вижу. Подними меня, Жень. Ша, подожди. О, они аутисты, они очень медленные. Тихо, тихо. Успеешь. Сейчас я их гранатами закидаю. Он у нас уже, у нас отходит, уже. Отходи, стреляй по нему. Нет, подожди, подожди. Оп. Все, валим, 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 валим. Да, он мне 25. Он прям тут. Это возможно, кто поднимет? А, вот он. Вот он. Вот его тиммейт очень проблемный для меня. На, нахер, да побачу. Он один. Он один. Тут он один остался. Тут один остался. Есть хилка, есть хилка. Нет, а есть, да. Ты где? Любая... Ну, ко мне, давай, 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 быстрее. У меня 2 хп, потому что. Ты где? У меня зона одна тыка. Давай, давай, быстрее. Я не знаю, где ты. А. Я вот на метке. Вот, иди сюда. Давай, давай, давай. О. Тагандон! Убей его, Женя. Убей, пожалуйста. Он изичный. Давай, давай, давай. Хорош, хорош. Повезло, повезло. Вот это был. Ух, хорош. Вот это четко было. Вот это плотно было. Да. Ну, челики жесткие. Я против них вообще ботяра. Ну, тупо ноль. Нулевый, да, чел. Хорош. Подожди, 5 минут меня подождешь? Я, да, очень окей. Быстро.